Привет, дружок, вставай в кружок, ходи в мой кружок, вот тебе пирожок, пирожок в виде твоего таланта, он спокойно доступен тебе, несмотря ни на что, ты с ним всегда, это твоя прошивка, это то, про что ты есть, ты с этим родился, тебе надо просто себя вспомнить, кто ты есть, чем ты гордился в детстве, пока перестал помнить те радости, которые питали твое растительное состояние, когда ты рос, чтобы вырасти во что-то взрослое, что-то деловое, вот этим деловым ты бы хотел всю жизнь заниматься, этому жизнь посвятить и не стесняться в этом своем действии великолепном. Но позабыл в силу социальных обстоятельств, но вспомнил прямо сейчас, потому что я говорю, давай поиграем в твою свободу. Вот представь себе, что вот вокруг так полно народу, и всем нужно то, что ты любишь делать от души. Ну просто им это необходимо по жизни. Просто так настроен мир. Каждому, от каждого настроено все так, если каждый занимается своим делом. Любимым, то оно найдется... Тот, кто отблагодарит тебя за это дело, потому что оно ему как раз в дело, и его задело это дело твое, которое тебе нравится, ему надо, и он как раз готов отдавать, гордиться. А ты с удовольствием вкладываясь от души в свое произведение, которое тебе и так нравится делать, и человек получает свое творение, вернее, твое творение, плоды твоего таланта в максимальном эквиваленте КПД повышенном, потому что... Когда ты любимое дело делаешь в таком возвышенном состоянии, с удовольствием это все делаешь в таком мощном состоянии, неустоянии творить, на расстоянии дарить добро, благодарить. В ответ цена такая будет, как ты вложил душою в продукт своей души, своей же тоже. Все от души делай, оплата, короче. Как сделал ты свои дела, так отблагодарила тебя братва. Вот тебе еще два. Так неминуемо мы все придем к тому, что товар лишь только лучшего же качества найдем. Опять аптека 24, здесь что все болеют, нафига такие типы. Короче, распаковка талантов в моменте, не оставляя в предмете это никаких больше там этих ответвлений, стремлений. Не то, что распаковали вот тебе направление, иди двигайся, сам себе ищи. Нет, если распаковался человек, ты сейчас на себя посмотри, что ты любишь делать. Быстро вспомнил, да? Мы это все взвесили, упаковали в предложение для окружающих. И ты так раз уже занимаешься своим любимым делом, люди тебе нравятся, и ты людям нравишься. Все от души, делай оплата. Тебе по кайфу делать, чтоб пизда, да простите за мат, не мог другого слова подобрать. Да, брат, бывает мат. Так вот, короче, когда ты сделал от души, неминуемо качество всех продуктов, всех дел, всей продукции будет неминуемо высокое, потому что ты же стремишься сделать так, чтобы другой человек максимально отблагодарил тебя и проникся твоим вложением в продукт и оценил его по достоинству сверх того, что просто какая-то себестоимость. Вот тогда вот это будет кайф, тогда все будут жить в раю моментально. Слышишь, каждый занимается своим делом и неминуемо становится счастливым человеком, потому что оно его обеспечивает всех позиций, он реализуется максимально. Все, у него нет больше никакой инквизиции, он просто свободен. Граница исчезорова. Да, поет такая Эвора. Электронная Эвора. И все. И мы живем в раю неминуемо. Поздравляю. Талант Эксперт Маркет. Та-да-да-да-та-та-та.